Я так полагаю, хозяйка с собакой занимает определенную хитрую позицию. Оттуда пускаем, оттуда. Ё-моё. Я на всякий случай там родящих подальше, вон они. Да, от греха подальше, как говорится. Ох, неспроста! Итак, представьте себе такую маленькую картину. По тропочке через лес, выйдя на поляночку, потихонечку идет женщина с собачкой, никого не трогает, никому не мешает. И вдруг перед ней, так это на пути, вроде бы два товарища. И вроде бы вполне адекватные, но это так показалось на первый взгляд. Посмотрим, что дальше произойдет. Так, ну понятно, алкоголь на жаре это совсем плохо. И кажется, они угрожают, нашли кому угрожать. Это же Резин! Вы что делаете? И вот хозяйка не может не удержать. Да, я так полагаю, уже еле держит. Так, все, договорился. Ой, помоги! Ну, молодец, я бы не хотел там быть без рукава или без чего-то. Да он еще и слушается. Всякого, чтобы не хулиганил. Хозяйка, сумочку-то у вас украли. Он совсем офигел. Ну да, это не мы. Ага, оказывается, не только жрать умеет, а он еще и слушается. Ее себе абсолютно адекватно. Это же надо так быстро успокоиться. А вот вам моя паркировка. Молодцы! Это я так правильно еще понял, а лоповалась, убери! А вот что еще вставать, давайте времени. Да, тут приз придется поделить, то ли хозяйкой, то ли собакой, оба сработали отлично.